Итак, друзья, я снова в питомнике Неваки. Приехал на обслуживание моей авторской работы. Работа называется «Таманский олень», заложена в 2019 году из сосны горной. Вот такой уже у нас имеется вид на сегодняшний день. И сегодня мы с моим помощником Болеславом поработаем с ней. То есть посмотрим, какие у нас пустоты надо подтянуть побеги этого года. Потом застрижем ее немного. Ну, не немного, а все полностью сделаем. Стрижечки. Вот. И, в общем-то, сегодня вот проведем такие сервисные работы, которые будут, наверное, и структурные работы, и плюс стрижка. Вот такая горная сосна. Вот. Работать с ней для меня представляет одно удовольствие. Очень люблю я эту работу. Мне она очень нравится. У ней очень такая большая философия, история, о которой я уже неоднократно говорил в своих роликах. Ну вот, так что я снова к ней приехал. Это уже в этом году второй выезд к ней. В среднем я каждый год выезжаю к этой работе 2 раза в год, получается. Ну вот, в 2019 году заложил ее. И сейчас у нас очередной приезд. Сегодня великолепная погода в Волоколамске. Где-то, наверное, я думаю, днем уже будет плюс 30 градусов. Тепло, хорошо. Поэтому сейчас мы с ней поработаем. Вот такая работа. Я думаю, что года через 4-5 она уже будет готова. И такая, наверное, работа будет стоить, наверное, я думаю, 1,3 миллиона. Может, чуть дешевле, может, чуть дороже. Друзья, ну все, таманский олень обслужен. Сделали небольшие структурные обрезочки, прям буквально детализированные. Второе, это поработали над заполнением шапочек. Кое-какие веточки подтянули с помощью эластичной завязки. Вот, ну и, соответственно, уже стрижечка. Все сделали. Вот такой вид после обслуживания имеет таманский олень. Работа. Вот, продолжаем с ней работать. Так что работал я с помощником Болеславом. Использовал я эластичку. Работал я в этот раз с секатором RS. И застрижка была у нас ножницами Акацуны. Акацуны очень любим. Только ей таким брендом и работаем. Японские ножницы. Ну, вот такой вид. Все, полностью все обслужено. И дальше уже горная сосна будет получать полный уход и агротехнику в питомнике Неваки. И уже к ней я притронусь в следующем году. Так что, так вот. Повторюсь, очень люблю эту работу. Одна из моих любимейших работ. И очень, наверное, скажу, без ложной скромности горжусь ей.